поступил вопрос. Куда богатым людям вкладывать деньги? Вот в это непростое время. Знаете, сначала у меня возникло такое ощущение, ну, знаете, так начал раскручиваться клубок идей. Потом я остановил себя и сказал, стоп, но я же не тот человек, у кого есть деньги. А потом подумал, окей, денег-то у меня нет, но я богатый человек с рождения. С рождения, конечно же, я об этом не знал, я, как и все, думал, что богатые люди – это те, у кого миллиарды есть, миллионы, но как жизнь показывает, что это, оказывается, не так. И почему я богатый? Потому что я считаю, что мне повезло, и я профессию выбрал из огромнейшего внутреннего отклика, и 8 лет моей жизни были посвящены этой профессии, счастливых лет жизни. Я был на 4 океанах, 2 из них пересек. Я считаю, что я счастливый человек с рождения. Ну, вы по моим глазам видите. Ну, сейчас я путешествую, нахожусь в Коста-Рике. Написал уже одну книгу, я опубликовал. Работаю сам на себя 7 лет уже. То есть у меня нет ни выходных, ни рабочих дней. Я считаю, что я богатый. А теперь куда? Я сейчас не буду говорить там конкретно про Москву, потому что Москва – это какая-то особая ипостась. Я сейчас скажу про Питер, вот миллионные города. И... ну и другие города, где есть люди и деньги. Вот это видео, скорее всего, 99% будет смотреть люди, у которых денег нету. Ну и они как бы не очень себя считают счастливыми. А 1% вот как раз тех людей, у кого есть деньги. Ну давайте возьмем вот Питер, например. Вот когда Валентина Ивановна пришла в город, ну, губернатором, она удивлялась, почему такой город грязный. Ну, слава богу, со временем он стал чистый, то есть мусора стало меньше быть. Но в Питере до сих пор остается самая главная проблема, которая существует. Ее вообще, ну, достаточно легко исправить, если, например, вот люди, у кого есть деньги, ну, я не знаю, там, от 50 миллионов свободно гуляющих, которые вам капают с процентов, например, каждый месяц, и очень легко решить. В Питере, например, не попить кофе. В Питере нету шоколада. То есть, знаете, что это такое? Вот я вам сейчас расскажу. Представляете, вот вы достаете, например, или шоколадную пасту, вы достаете из холодильника какао натуральный, с медом, знаете, прям так из морозильника, прям так вот медленно зачерпывать, прям так вот, и все, и у вас день прям удался. В Питере поесть негде, то есть ни молока, ни масла, там есть товарищи, которые развозят там по домам, да, но этого по факту нет. То есть представляете, какой абсурд. Казалось бы, Питер уютный город, да, то есть это один из тех городов, где уживается много различных направлений очень мирно, ну, достаточно. А в Питере, ну, я не знаю, куда вы ходите, вот куда вы, где вы едите?
Вот где вы едите? То есть с этими, куда вы бабло тратите? То есть с тележками в Ашан или в Финляндию или в Италию летаете на выходные? Ну это, или в Грецию. Ребят, ну это же, простите за выражение, это же пиздец. Ну это же реально, ну вам самим-то не больно. Вам самим-то не больно. То есть вы детей подготавливаете к ЕГЭ. Ну то есть это... Сами понимая, что в России нет высшего образования. Вот вы же сами это понимаете, но его не существует. Но еще там в МГУ, МГИМО там и пару профильных вузов, где тусовки еще нормальные, да? А все остальное, ну его же нет. Давайте так откровенно, по факту. То есть и вы на это тратите деньги. То есть вы изначально предаете своих детей, да? То есть вы изначально... кормите каких-нибудь там итальянцев, греков, да, вместо того, чтобы создавать пространство вокруг себя красивое. Вопрос сейчас станет, а где же брать кофе, где же брать какао, где же брать еду? Да, ребят, ну вот смотрите, вот я сейчас нахожусь, например, в Центральной Америке, то есть я небольшой любитель кофе. Ну, небольшой. Почему? Потому что я его, к сожалению, ну, не пил в своей жизни, ну, кроме как во Вьетнаме и здесь, в Центральной Америке, нормально. Ну, например, я большой любитель какао, да, вот в Центральной Америке, но я уверен, что человек-то 500 русских живет, ну, так она живет, путешествует и так далее, да. Ну, неужели вам из 500 человек, то есть вы там, блядь, какие-то, я не знаю, вы знаете, вы как вы ракеты запускаете в космос, а код от домофона запомнить не можете, то есть... Вы проекты считаете, вы в всяких программах там вот этих инвесторов там участвуете, там стартапов. Самое это простое, вам что, из 500 человек не найти одного-двух человек порядочных, которым интересен какао, кофе, там, ну, тут же много всяких там фруктов, овощей, да, ну, овощей, например, не овощей, фруктов, которые можно отсюда там сухофруктов экспортировать. Ну, представляете, вы открываете магазин, я вам даже больше скажу, с вашим баблом вам даже магазин не надо в аренду брать, потому что в аренду вам не надо, вы наконец-то можете успокоиться, вы наконец-то можете магазин купить, место проходное, да, и сделать там место, где будет какао, кофе, пока даже не для извлечения прибыли, то есть прибыль-то она в любом случае будет, просто для того, чтобы научиться, успокоиться, вам надо город успокоить свой, вы понимаете, не может человек нормально строить бизнес. Вы вот это говно англосаксонское впитали о том, что человек там платит 250 косарей за аренду, да, там помещение, и он как, да он физически не может нормально кофе приготовить, вы понимаете? Он физически не может этого сделать, он физически не может какао сделать, то есть все сразу становится на поток. Купите вы себе помещение. Человека найти в Центральной Америке, кто любит какао, кофе, там одного-двух порядочных, да не проблема. В России какао нету с кофе. Вы вдумайтесь в это. Вы парашу пьете, вы ерунду пьете, вы ерунду едите из магазинов, вы в Финляндию за сыром ездите. Ну, представляете, то есть в Грецию там за каким-то, я не знаю, в Испанию за хамонами. Это вообще. Сделайте это для себя, сделайте это для города. Понимаете? Ну, то есть человек не может физически думать, если он жрет ерунду. Ну, ребят, ну вам же Путин говорит, возвращайте свои капиталы сюда, на родину. Он вам даже амнистию объявляет. То есть он вам, может быть, не напрямую, может быть, у вас нет таких миллиардов, но у вас, может быть, есть миллионы с процентами. Да? Возвращайте к себе в город. Да, ну, представляете, вы как осчастливите человека, который... Вот я по себе могу сказать, смотрите. Несколько лет назад. Вот я, например, зашел в магазин там продуктов, крестьянских продуктов. Да? Я посчитал. Там в 4 раза все дороже, чем в какой-нибудь перекрестке. Но я посчитал, зачем мне тратить деньги в
перекресток, если могу тратить деньги на здоровый продукт. Я начал, то есть смотри, какая фишка. То есть когда я трачу деньги в перекресток, во-первых, я себя отравлю, во-вторых, я поддерживаю тех уродов, которые, ну, эти там холдинги, агрохолдинги, которые как бы, ну, продолжают это делать. Вместо этого я буду себя лучше хорошо кормить, в себя вкладывать. Ну, вы представьте, смотрите, это же сейчас тренд развивается. Сейчас в людей вкладывают. Россию надо сейчас строить. Если вы не хотите уезжать на землю, ну вот вам какао, кофе. Кофе, если не попить, а какао тем более в Питере не попить. Я же не говорю только про Питер. Это может быть Казань, это может быть Нижний Новгород, это может быть Самара. Ну, про Москву я уж вообще не говорю. Там, по-моему, уже миллиарды с процентов капают. Или, например, я не знаю, там хлеба нету, масла нету, молока нет. Ну, столько же продуктов, которые, ну, я не знаю. А вы ищете идеи. Ребят, даже, смотрите, время сейчас такое, тогда, когда у вас все равно эти деньги будут забирать. Понимаете, у вас все равно их возьмут. Потому что вы живете не по правде. Вы живете не по правде. Понимаете, вы не живете, вы несчастны. Понимаете? Я не знаю, или купить мясо в Питере не поесть, в мясо не поесть, яиц не поесть, молока не попить. Ну как так? Как так? Я вообще не понимаю. Ну как? Ну если у вас есть там миллион, господи, ну найдите вы землю, найдите вы человека, кто хочет. То есть найдите вы землю, которая 10 лет не поливалась пестицидами. Засейте вы ее пшеном, ой, не пшеном этим, пшеницей, рожью. Да? Хлеб пеките. В центре города, если вы будете хлеб продавать, то есть это, ну, я не знаю. Поэтому я обращаюсь к тому 1%, у кого есть бабло, которые это видео смотрят. У вас все равно это бабло заберут. Но вы подумайте, потому что вы живете не по правде. Но вы подумайте, как сделать так, то есть вторую концовку жизни прожить. Понимаете, да? То есть или вы проживете счастливым, и тоже могут забрать, не забрать, но если это будет ваше помещение, если вы на благостный путь станете, то вы как будете, как Юрин деточки, да? Или у вас все равно ее заберут, ваше бабло. Вас заберут, потому что вы врете себе. Я сейчас не призываю, чтобы вы мне это дали деньги. Мне это, почему? Потому что я честно не знаю, что с ними делать. Вот правда не знаю. Задумайтесь. Я могу подсказать, как сказать, своим видением. Я могу подсказать, где людей взять таких порядочных. Да? Я могу подсказать, ну, как, знаете, покритиковать вот того, чего нету, вот того, чего не хватает, то пошло бы, не пошло бы, да, то есть, чтобы вы в удовольствии жили. Я человек, который понимает, где есть энергия, а где ее нет. Где есть правда, а где ее нет. Вот как-то так. Поэтому смотрите сами, вам жить.